матч был принципиальным в плане турнирной стратегии, потому что нужно было не дать приблизиться, кто ниже нас, и не отстать от Шахтера. Первую задачу вроде решили, а вторая, конечно, не получилась. Хотя моментами игра была неплохая, но это только моментами. А так, я думаю, что большой технический брак помешал нам играть более качественно сегодня. Может быть, поле, не знаю. С вершины посмотрим. Вернемся на землю, конечно.